2 Вандерлюст. Экстрасть к путешествиям. Так, тут автор карты Слиплис. Действие в городе будет происходить. Джаллы вторглись в наш город и захватили аэропорт и часть города. Ваша задача — отправить их туда, откуда они пришли. Сделайте что-нибудь за свои деньги. То есть какого-то наемника наняли, чтобы с пришельцами покончить. Цели 1. Уничтожите цели в зоне 1. 2. Уничтожите цели в зоне 2. 3. Взломайте компьютер, чтобы открыть дверь на взлетно-посадочную полосу. Блин, тут целый город, короче. А ну, правда, к счастью, можно уменьшить. Вот, кстати, я подзабываю, но вот можно вот так вот колесико уменьшать. Угу. Просто крутить колесико мыши вперед-назад. Точки А, Б, С. Западнее какое-то крупное шоссе, что ли, идет. Или, не, наверное, скорее аэродром. Аэродром, да-да-да. Угу. 4. Уничтожайте цели на взлетно-посадочной полосе. Подсказки. Переход к Б открывается, если все цели в зоне 1 уничтожены. Проход идет по доскам и через здание. Компьютер для взлома зоны 2 находится в задней комнате на первом или главном этаже. Примечание. Пригни голову. Не рекомендуется запускать через карты. Вы можете выбрать уровень сложности в любое время на карте. Используйте кнопки вверх и вниз. Основной уровень 8. Случайное изменение положения боевых станций, случайных звуков, случайных голосов. Если бот убит, положение компьютера, мин ловушек и некоторых других вещей. Удачи и много приветствий, Слиплис. Ну вот карта-то, конечно, сложная. Цели в зоне 1, 2, компьютер и взлетка. Тут вот показаны какие-то красные квадратики. Вот, видимо, для цели-то и есть. Можно посчитать, сколько их всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. 14 квадратиков. А и 15 еще. Вот я не знаю. Ну посмотрим сейчас, короче. Если будет фигово, так чушь. Кстати, эти цели увеличиваются. Из Сомали, кстати, звуки. Карта про Сомали. На! Карта Сомали. Падали. Так, 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 так. Готов. Тут их очень-очень много. Автоматные очереди работают. Все, заваляли. Сука, там-то херачит как. Ой, тут закрыто. Wiedermal, Schweinhund! По-немецки говорят. Блять. Я не знаю, какая-то карта херовая будет. Проходная она вообще. Так, ну-ка, вот здесь где-то гадина сидит. Туда можешь сходить проверить. Блин, тут как-то встроили, зараза. Блять, ты сука. Он там, на балконе. Где? Балкон. Балкон ищем. Ну чё он? Ликвидирован, нет? Или ещё ж цел? Нет, наверное, всё-таки ликвидирован. Все, ликвидирован. Ну-ка, а тут? Нет, там просто лэп.
Какая пизда, эта карта пизда, короче. Я не знаю, смогу я ее пройти, нет, что-то какая-то ерунда тут, по-моему. Да потому что их очень много. Вот даже я только начал, уже нифига не сделать, короче. Блять, это манда. Да! Да, сука. Да. А тут отдельного даже файла-то звукового нет. Опять этого пизды все время включается звук, блять. Да. Да. Паскуда. Слушай, минируй, минируй. И отходь, отходь. Сейчас. Ты, блядь, сука, ушла. О! Ебучие эти звуки просто заебут сейчас нахуй. Да, как херачат. Ну, надо туда идти. Ну, вот Жигуль можно взять. К сожалению, не заводится. Сука. Как-то бы покончить броневиком. Лэпы кое-где стоит. Ты, блядь, это все пизда. Ой, ну надо с ним покончить. Подожди, где-то здесь есть. Что это будет так хер-хери будет просто постоянно идти. Ну будет кататься. Видишь, вот Жигули-то садиться нельзя. Морда у него, конечно, больше на москвич похоже. Там мразь поедет, наверное, не будет. Ну, тут дома как в Сомали, но местами такие как... Хер. Блять ты, сука. Хер, теперь ее перехватишь. Только блуждать по этим заголовкам. Лампочки что, вечереет уже, что ли? Вечереет. Ну-ка, давай-ка, надо подождать. Вот он, вот он. Недопустимо. Ну, сука, сколько раз. Смотри-ка. Всё, да, их прыгал. Козел. Ёбок слипли, свисти все время музыку эту блядскую вставляет. Да сука. Пизда полная. Петух на каждой щели учится сидит. Так, подожди. А нет, нет, еще не дошел. Давай вот здесь. Надо, слушай, брать огнемет опять. Только сюда. Да блять, ничего, ебаная штука. Такс. Мадю, так интер! Манджур Такендер. Короче, тут надо ящики боеприпасов сами уничтожать. Цели это вот ящики.
Сука, где еще-то? Блять, они, суки, тут заебут. На каждой крыше кто-нибудь находится. Ебучая эта карта, пули в шею от этого мудака тоже недавно была, но там-то хоть как-то я их мог уничтожать. Там узкие закутки были. А тут вообще какая-то хуйня. Пизда, сука, блять. Уёбок, видишь, последние буквально карты. Ну, предпоследние. Урод, блядь, сука, блядь. Херовую карту, в общем, короче говоря, подсунули. Звуки еще от этой бляди постоянно включаются, сука. Заебал просто этими звуками, это, блядь. Да не вырезать нихуя, но вот как-то в теле вставлено файла. Ничего нигде не вырезаешь. Это, блядь, сидит. Тут у остановки, это понятное дело. Пизда! Козёл. Блять, еще и в троллейбусе одна брать. Иди нахуй. Еще обязательно подорвать. Ну пизда, там пизда сидит. Сука, блядь! В первой зоне 7 ящиков, оказывается. Тут надо броневик. Даже падла не дал легковуху там взять. На легковухе можно было побыстрее покрокетиться. Ну, попрорваться, может быть, получилось бы. Все нормально. В троллейбусе, как мы знаем, ни хера нет. Хотя он вид-то имеет прикольный. На крышу тут тоже не залезешь. Лавочка. Приехал троллейбус. Блять, как теперь вылезти-то? Это только через троллейбус. Ишь, салон абсолютно пустой. Так, ничего нету. Ты пизда, ёбана. Жопу еще поставила, уродина. Так, ну-ка надо увеличивать, что-то ни хера не поймешь. И где тут эти ёбаные ящики долбаные, вон там. Вон где-то спрятан ящик следующий. Проходим. Это ЗИУ троллейбус. Советский троллейбус. К остановке приехал троллейбус ЗИУ. Да. Я вот его ебаная. Падла. Yeah.
Я тебя там, кстати, грохнул. Ну, ты вблизи ящика следующего. Да вот сейчас его найти будет. Вот туда надо идти. Вот сюда, где вот там виднеются баки какие-то. Баки. Баки отрастила собака. Баки. Ладно. Так, ну проходим. Так, вот где-то тут. Слушай, давай-ка аккуратненько. Давай. Сука, конечно, их там дохуя, блядь. И в этом закутке. Пидор. Вот они в закутке здесь укрыли этот ящичек. Все, давай, подрываем. 5 ящиков. Ну теперь куда? Вот слушай, надо западнее, наверное, идти. Там вот, я вижу, торчит. Ну как туда попасть? Хуй, ничего не поймешь. Ну сейчас будем искать. Вроде как я тут уже был. Так, подожди, где проход? Наверное, тут прохода-то не будет. Ну, сейчас посмотрим. Вот где-то он, да. Но тут же нету, тут нету. Это значит обходить. Блять, сука! Из РПГ матнул. РПГ. Это гем. Самая настоящая гем. Ну, главное, этой падла, это хуйня включается буквально 2-3 минуты, он, сука, блядь, и раз 5 минут включал. Бля, она нужна-то, блядь. Блять, все ебаный в рот туда. Да! Пидорас. Так, ну-ка сюда. Ладно, это ящик, где ящик, а не обязательно. Сунется. Надо туда кинуть. Да блять, отойди. Отойди. Патрули. Так, пошел. По одиночным таким. Ты, блядь! Подожди. О! Падальник. Так, все, подрываем. Отходим. Так, 4 еще и цели. И где они нахер? Вот я вижу там севернее, одну надо туда смотаться будет. Надо севернее-то обязательно будет идти. Eyes of enemy. Пизда, блядь, там простреливают. Слушай, там, блядь, какая-то ЖС-17 стоит. Сейчас будем искать. Здесь постоянно идет стрельба в этом городке. Да. Ты пизда, нахуй! Подохни. Так, ну где оно? Где? Еще опять где-то. Да подожди-ка. Все нормально. Еще там пидорасы. Петухи, где вы? Сука, вынесли. Надо туда как-то зайти будет к этим пидорасам. Сука, поставил, зачем хуям ты машину-то поставила? Сейчас бы они очень помогли. Было бы расстояние-то приличное. Козел. Поставил просто так. Козел.
кстати. Ты, блядь! Отойди, отойди. Козел. Кстати, из карты про самолет. Козел. Гранатометчик, гранатометчик. Так, нормально, нормально. Уй, блядь, пизда у меня идет. Сдохнем. Я тебя тут хер найдешь сразу. Сука, блядь, в каждой щели. Какая-нибудь мразь стала. Так, ну тут какой-то сарайчик. Ничего интересного. Как бы нам пройти-то? Как бы нам пройти-то? Вот как-то вот так, наверное, надо пойти. А! Ты, блядь, он тебя сейчас вольнет. Смотри, смотри, смотри. Да, блядь, отойди. И, сука, простреливает. Просто стоит, простреливает. Где вот сюда, сюда. Да, блядь, ёбаный в рот. Это вот туда сейчас сходить. Да, конечно, эта карта, конечно, строго командная. Она не для одного человека. Надо несколько человек. Что туда надо кинуть? Да ёбаная эта пизда, чё, охуела? Давайте, Геродер. Стоит, поливает. Ну, блядь, ещё и спила, сука. Слизняк ебаный. Так, проходим. А ты-то, сука, отсюда взялась? Не понял. Козел. Подожди, тут какая-то... Подожди, стоп, стоп, стоп. Нет, нет, не здесь, вот здесь проход. Вот тут где-то гадина стоит наверху, надо ее сейчас вальнуть. Ну-ка. Суки, очень хорошо этот ящик укрыли, пидоры. Заходим. Блять, ты сука, там еще эта ебаная. В ящике мусор там весь стоит. Гнездо. Смотря как на пулемет не действует нихуя парализатор. Падла. Вот это сука. Все, подрываем. Три еще ящика в первой зоне. Так, надо искать эти. Давай на улицу выбирайся. Так, куда теперь? Вот они, слушай, там южнее. Вот, наверное, они там находятся. Да. Вот на где-то улица-то долбаная, где вот этот АЖС-17 долбается. Он, наверное, там где-то находится. Сейчас увидим. Пожи, а тут? Блин, а тут как-то как пройти? Туда они, суки, заложили. Он там наверняка находится. Ну, сюда, что ли? Да, я думаю, тоже заложили. О, пизда. А где проходит? Все заложили, ебаный в рот. Смотри, все заложили, падлы. Где проход-то туда? Да тут не пройти, да? С той стороны, наверное, надо как-то
искать. Так на Рагбрау так хер ты пройдешь, не уничтожив ящики. Так, надо вот тут аккуратнее быть, тут где-то гранатомет. Так, где эта мразь-то? Вот она, вот она. Слушай, давай его сейчас увольнем. Скотина, ты просто заебала. Такс. Блять, где это? Ладно, все, все, готов, готов. Так, а тут что за херь? Тут, ну тут, наверное, ничего нет. А отсюда, кстати, прохода-то нет. Ты, блядь! Где она, где она? Да, она. В пятиэтажке прорываемся. Блин, ты... Да. Слушай, подожди. Сука, блядь, их без гранатомета. Да. Да главное идти-то хер знает куда надо. Так оно тут не прямое. Чё тут ждение лес? Вот ебаным этими домами. Надо блуждать. Понятно, тут троллейбус поставили, а что тут? Ни одна машина не использует, возможно. Можно было бы брать этот Жигули, вот этот микроавтобус. Это Митсубиши. Ничего не возьмешь. Ничего не возьмешь. Так. Надо идти туда, наверное. А может это опять не приведет. Там они падлы где-то спрятали, короче. Да хуй два, вот сейчас он на улицу снова уходит. Надо искать дальше будет этот проход. Ты пизда, сука! Тёк, завалила. Эти ёбаные карты от этого пидораса, она хуй знает сколько часов. Легко бы тут, легко бы, если ты просто бы пробежал, просто туда не пробежишь. Смотри, какое расстояние-то охуенное, ебаный рот. Вот в конец этой улицы пробегать, но еще раз уже сделала поворот. Два сейчас, третий поворот. И на два это только на четвертом, если не на пятом будет. Так что ёбочка хорошая. На этих улицах. Давай, во дворы не заходим, прямо сюда идем. Блять, там гранатомет где-то. Ты пизда, ты ебучая. Все там хуйня полная. Че, блять, эта мразь с гранатометами заебет. You killed my brother, Jabber, bastard! Маджу, Такандар! Точек-то главное,
тварь сделала, хуй знает сколько, мало совсем, 3 точки надо было, хотя бы 6 или 7 сделать точек. Вот здесь еще бы ему не сделать на углу улицы. Сюда, подожди, подожди, вот туда. Где-то мразь сидит. Сука, ты ебаная. Завалила. Так, там дворец. Ты, блядь! Нихера тут. Сука, сука! Блять, в каждой чили коню эти мразь. Ебаный в рот. Он уже долбает. Стоп, стоп, стоп. Все готово. Блять, сука. Так какая-то хуйня пока. Не знаю, что эти кнопки дают, вообще дают они что-то. Не дают крайне сомнительно, что они что-то либо давали. Идти так и вы знает куда, блядь. В том-то дело. Ну-ка, а тут где-то ящик. Блядь. Сука, а тут-то где ящик? Тут где-то и должен быть ящик. Где там, сука, на меня сверху-то свалило сейчас? Вот хуй теперь пойми. Так, а где он? Где он есть-то? А вот он, прямо здесь. Подорвать. Две цели остаются. Ну, они понятно, что вот здесь они и есть. Там он еще в одном здании есть, может что-то есть. А нет, ну они во дворах. Вот во дворах слева, короче. Ты пизда! Ебучая сука. Да блять, сейчас тебя ж положат, ёб твою мать. Так, ну иди. Вон там, блядь, которая тебя свалила в дворике. Аккуратненько. Пизда, блядь. Вон, смотри. Там эти здания-то такие в виде ангаров. Не понял там. Ёб твою мать, это снайпер.
вижу, откуда бьет ты, блядь. Все оттуда, оттуда стреляет. Где он находится там, блядь, этот урод? Да, блядь. Вся стена, блядь, начинает этой бронью. А вот он! Блядь. Готов, готов. Падали, изречила всю стену, сука. Так. Подходим. Пизда, блядь, сука. Стоп, стоп. Наверху, наверху. Козел ты ебучий, козел. Так, ну-ка. Вон он, вон он, вон он. Все, завалили его. Все, парализаторов-то больше нет. Да, тут дело идет. Явно не на поправку, как говорится. Вот лэпы. Лэпы. Йола, МСУ! Надо к ящикам идти. Теперь у меня нет парализатора. То есть... Блядь! Да ты сука! Так. Ящичек так... Ты пидораска. Ну просто пиздец какой-то с этой брови. Блять, там снайпер. Все, готов, готов. Йола, МСУ! Мадюта, Гентар! Так, давай сюда. Тут, кстати, есть... Ты, блядь. Поставят обязательно еще какую-то. Пизда, блядь, все, пизда. Там завалило. К ящикам практически, к одному из ящиков этих прошел. Тебе надо опять бежать. Ты заебешься бежать, а вон, хуй знает, сколько надо бежать. Тратится время, что на это. Охуенное. В том-то дело, что браво проход только после ликвидации всех целей в первой зоне будет доступен. Мне что можно просто руку отпускать, пусть он сам бежит. Кинька парализована. Уж я не вижу, где мразь. Да, блядь, отойди ты нахуй. О, его сняло. Пизда ты, сука, вот наверняка там был. Топор лап, еще ящик один остается. Ну на лап ты же хер залезешь. Лап тут просто для красоты стоит. Ну а конструкция, конечно, красивая, такая ажурная. Ну что толку-то? На залезть на нее невозможно. Знаешь, уроды куда воткнули лапору лап,
Прямо во двор. Представляешь, как хуёво под ней-то сидеть. Жетоки. Какие-то силовые поля нехорошие. Так, ладно, короче, надо идти туда, вон. Куда? На восток. В конец этих дворов надо идти, короче. Да, блядь, ты сука, ты ёбаный в рот. Сразу, видишь, с одного попадания. С одного попадания сразу пизда наступает. Одно время было модно гофрировки, гофрированный металл наружу делать. Так все эти делали наружу. Машины. Машины, вернее, эти локомотивы разные, вагоны, сейчас, а потом что-то, вернее, стали не вовнутрь все это убирать. Как сколько проводов у этих опор. Давай сюда аккуратнее. Говно ебаное. Так, давай сюда вон. Только аккуратно. Пизда, он уже долбает. Все, сняло его. Надо кинуть парализатор. Да, блядь, сейчас вольнёт. Так, нормально, нормально. Вот сейчас пока ничего. А где тут? Ой, блядь, там гранатомёт ебётся. Вот его надо снять. Так. Ну чё, надо куда идти-то? Сюда, что ли, налево? Нет, не налево, наверное. Подожди, тут как-то хитро. Как-то надо прямо, наверное, идти. Какой там налево. Блядь, там бляди бегают. Вот аккуратней. Так, там опять какая-то... И вон, снова... Снова остановка, короче. Четыре штанта трамвая на четвертом этаже, ты сука. Блять. Да ебать тебе, урод. Сдохни. Надо идти. Блять, там какая-то сука стоит. Пулеметик. Ты, блядь. Да пизда, сука. Я не вижу её. Что туда хер пройдет просто так. Подорви к херам, да ещё скорее. Все, зона очищена. Got him! Vamos, idiotas! Agárrenlos! Ну все, зона очищена. В точке Б теперь.
показывает маршрут. Вот эта улица. 121 метр до поворота. Так, где тут хер еще пройдешь? Думаешь, что это легко? И, блядь. Хотя, где он тут, тут стоит? Да подожди. Гранату туда бросай нахер. Нигде не подлечишься нахуй. Все, завалило его. Так, к углу улицы подходим. Да блять. А чё, прохода нет? Вообще не понял, подожди, а почему прохода-то нет? Нет прохода. Чё за хуй? В другом месте надо туда идти. Браво, нет прохода. Тут все заложено, блядь, и что делать-то? Тут прохода нет, ёпту мать, чё на хуйня-то? Или вот здесь проход? А хуй там, блядь. Прохода нет, чё за хуйня-то, ёпту мать? А как туда попасть-то, блядь? Ещё не понимаю. В секторе А я все ликвидировал. Да вот по нулям написано. И пройти нихуя. Сейчас подергаемся, если не будет ничего не делать, тогда выключим. Сколько вот хуям он тебе поставил жигуленки-то? Просто так? Просто так. Охуеть, нахер бы нахуй было ставить. Блять, а что делать? Прозрачная стена, слушай, туда. Пройти, блядь. Чё за хуй-то, блядь? Проход идет по доскам и через здание. По каким? Я в доском-то, блядь. А вот что ли, блядь. О, ну, падла, что он здесь? Ну все, понятно. Он, пидор, и тут схитрил. Вот по доскам надо. Ну идем.
А где дальше куда? Не понятно, дальше-то куда? Так, надо... Чё, стоп. Вот сюда надо. Да блять, ну ёпа, наоборот, сорвался. Давай, я теперь уже портал пора. Ну давай сюда аккуратненько. Смотри, аккуратненько. Вот снова доска, уже вторая, третья теперь доска. Четвертая доска. В комнату теперь. Ты, блядь! Сдохнешь. Сдохни. Вот вид, смотри, как какой на город, на лоб. Для скрина такой неплохой. В принципе, кадр. Лэпы стоят. Ну чё, понятно, в общем, надо как-то туда идти. Так. Что там пидорас? Прыгаем. Шестая доска, охуеть, ебаный в рот. Что это тут, блядь, их чтоб не были. Седьмая доска, ебать в рот. Охуеть просто. Просто охуел, охуевшая сука. Ну идем дальше. Такс. Так, никого. Да понятно, что там оно где-то. Тут просто спрыгнуть надо. Блять, опять дальше непонятно нахуй. Подожди. Я не вижу нихуя, блять. Снайпер где-то ебет. Да блять, ну зачем я тут потратил? Давай, кинь гранат. Где-то, блядь, подожди. Тонны протраханных снайперов. Блять, он оттуда бьет. Ну давай рисковать, короче. Все, пизда тебе, блять, без парашюта, так, ёб твою мать. По новой опять надо идти. Слушай, туда нельзя лезть без парашюта. Там не слезть без парашюта. Сука, еще хитрый проход сделал. Ну, понятно, что как там можно пролезть, но... Кстати, тут у остановок троллейбуса, я смотрю, сделаны командные точки. Если посеял парашют, надо будет идти брать. Поэтому нельзя это делать. Ну пошел. Тут видишь, можно по такому куску стены тоже сбегать. Давай аккуратненько. Аккуратненько. Все нормально. Да блять!
сука, ты потратил парашют. Ахуй, где вот теперь его искать? Искал аккуратнее, сделай. Где вот он, вот здесь? Да там не пройти, там это бесполезно. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот это вот самое хверовое место. Так, все, зашел. Тут просто прыгать. Так. Ну все, добрался до конца, короче. Я спрыгнул, ну, блядь. Блядь, откуда он ебётся-то? Да вот он. Ты козелина ебучая, ты чё, охуела? Упор! Говно ебёт. Ну все, я взял. Ну еще не взял, короче. Ну быстро, кстати, захват идет. Это заебешься сидеть, а тут очень-то достаточно. Быстро захват точки идет. Там приходится по 2 чуть ли минуты ждать. Тут быстро. Ну тоже надо все равно ждать. Все-таки взял точку Б. Че он пишет теперь? Уничтожить цели в зоне 2. Это проход по доскам. Компьютер для взлома зоны 2 находится в задней комнате на первом или главном этаже. Еще какой-то компьютер надо будет идти. Взломайте компьютер. Придерь на взлетно-посадочную полосу. Это в самом конце не весь. Ну что тут-то делать? Офис небудь там стоит. Стоп. Давай. Да, тут много остановок. Тут аж две остановки. Ну да, береза растет. И кто это такой? На березу больше похож. Ну, Зиву, троллейбуса, Зиву. Ну, лавочки, как обычно. Да, тут троллейбус просто как коробка. Что бы его было не сделать, непонятно. И все, открылся теперь проход. А, да, хуй 2. Герметичная парилка. Какая-то зона. Ну все, точку Б я взял. Теперь надо к точке С идти как-то. Да еще искать тут вот где-то ящик сейчас будет. Пизда. Ой, тут ёп. Мать. В Б теперь только. В Б возрождаемся. У яма-то говно поставлено, ёпку мать. Ты какого хуя? Так где эта мразь-то? Готов. Ух ты, блядь! Ну слушай, Слеера ведь слил. В контейнере пидор скирачится. В контейнере. Ну надо идти в конец вот этой улицы. Улица офисов. Богаче уже район пошел. Накрыл я его, нет. Хер пойми. В
Зона офисов. Все в лэпах. Город весь в проводах. Места для лэпов им не нашлось. Так, ну-ка. О, пидоры. Они, слушай, даже полочки делают специально на домах, чтобы с них стрелять. Вот где она теперь? Да блять, сука. Там на полочке стоит. Тут прогрызать приходится каждый метр. Там вдали снял. Подожди, вот он, вот он. Козёл. Вон он, вон он. Магазин, видишь, перезажал. Так, готов. Ну тут опять ящики. Вот ты пизда. Так, уж ожесточеннейшее оказывается сопротивление, уроды. Сейчас уже подходим. Все, все. Вот ящик. Бросаем, отходим. Блять, тут дохуя 8 целей. В зоне это 2, 8 целей. Единственное, что КПХ не так далеко. Пала, вала. Не нахер. Так, ну тут подожди. Там нихуя, давай туда просто нет, нет, она тебя туда кинь просто, ну просто так. Скажи, блять, а где искать-то? Тут ликвидировал. Spread out! Заткнись. Тут как вроде как и нету. Вон он, вон он. Ебучие эти полочки, блядь, заебут. Так. Подходим. Там вот во дворике что-то, наверное, будет. Отходи, отходи. Окей, окей. Да вот он. А сами что сделали, уроды? Дом с аркой. Да, бывают такие дома, там арка. Видишь, можем подвешивать. И там, конечно, ящик. Но туда, сука, еще хуй попадешь просто так. Ну, кидай побольше парализаторов. Блять! Сука, там РПГ и где-то ебет. Тут он, кстати, специально даже пометил, видишь, на улице какие-то следы. Вот их. Нихера там не понять, блять, ёбать. Почти туда хуй попадешь. Там стреляют в упор. Чё будем делать, не знаю. Да Чарли вот за этим черным офисом. Аэродром.
козел. Это как бы ты к краю улицы вышел. Там что-то до хера пидоров что ли мечется. Давай-ка их туда покидаем гранаты. Там наверху. Понятно, что там ящик где-то внутри будет. Козел. Мимо пустил. На скрине, кстати, это было сделано. Тут большая стоянка автомобилей, короче. Да, ну, мне ж надо сюда теперь обязательно пройти. Как я это сделаю, я не знаю. Тут все перекрыто, блядь. До стоянки я все прочистил. Это все, короче, простреливать там. Очень медленно ползти и все простреливать. Это двор смерти. Папа взял банки. И после чего переехали в Полынск. 3 дня папа гнал. Там есть город, есть улица смерти. Ты домой, Швайнхунд! Я могу тюкнуть машину. Улица смерти. Так, ну-ка сюда давай быстро. Вон там гадина. Ну-ка. Место-то хуёвое, я вам скажу. Потихоньку мы подходим к концу. В общем-то ящичек-то уж тут рядом. Все-таки достигли мы до него. Все-все. Уютненький дворик. Короче, с деревом, но вовсе не безопасный. 6 еще ящиков. Заебешься с этими ящиками. Ну все, уютный двор закончен. Так, теперь надо туда куда-то направо, по дворам, наверное, да, наверное, двигаться. Да там еще на аэродроме, наверное, последние-то ящики будут. Ну, давай вначале. Так. Пиздатая! Сука, пиздатая. Нормально, нормально. Бывает и хуже. Ну вот это автостоянка. Много троллейбусов. Тут, слушай, как троллейбусный маршрут. Тут две первые были остановки А и Б.
Это... Ну, большая вот остановка, можно считать. Что надо идти. Блять, наверное, идешь ты не сюда, куда надо. Я не сюда пошел. Слушай, правильно пройти. Ну идем. А идти надо сюда наверняка, да? Да ну. Ну да, сдохни. Ты сдохни, гадина. Пошел. Тут, слушай, ловушки могут быть. Надо кидать парализатор. Уже рядом. Как пизда ты. Что ты не подыхаешь? Все, сразу же уничтожаем его. Отходь, отходь подальше. 5 ящичков осталось. Yeah, come lick my shoes. Так. Wiedermal, Schweinhund! Он. Это все нормально, нормально. Так, тут арка. Слушай, а тут... Я не понял же. Компьютер для взлома в задней комнате. Ломать. А это на кой хер? Для красоты или для чего? Взломайте компьютер, чтобы открыть дверь на взлетную посадочную комнату. Компьютер для взлома в зону 2 находится в задней комнате на первом или главном этаже. Тут в задней комнате. Ну понятно. В задней, так в задней. Так, стоят тролли. Так, во-во, подожди. В общем-то, к офису мы вышли. Тут конечная остановка, аэродром. Получается. Стоят, видишь, троллейбусов до хера. Автостоянка вся зачищена. Жигули до пикапа тут стоят. До троллейбуса, разумеется. Прикольно, прикольненько. Надо идти. Я не знаю, на кой ляд эта вышка нужна. Надо ее подрывать, не надо. Тут уж совсем много остановок. Ну, так, кстати, да, за остановкой проверим. Нет, никого нет. Вот можно на лавочке сидеть. Кольцо троллейбусов. Вот они специально даже и сделали, что они как бы по кольцу тут едут. Ну, понятное дело, большая станция. Потому что аэропорт. Аэропорт. Вышка, наверное, она ни для чего не нужна. Ты, блядь. Ты пизда, еще и пиздатая. Сука вылезла. На тебе. Ну че, какая следующая остановка-то у нас? Благое ли поповка? Толпа штурмовала троллейбусы из цикла. Ну, входим. В задней комнате, он говорит. Так, тут все заложено, насколько я вижу. Компьютеры. Так, тут нифига. Прикольный такой вид через темное окно. Там тоже все закрыто, я так полагаю. Come lick my shoes! А вход-то вот тут. Я уж слышу, что-то там... Ну-ка, на... Давай туда парализатор. Так, сейчас проникли уже немножко. Сейчас будем смотреть. Да! Йола, эмсю! Заложено, надо налево идти. Оп ты. Так, слушай, тут надо аккуратно. Ловочек дохуя. Так. Wiedermal, Schweinhund! Сука, лавочек-то наставили. Кока. Можно пить коку. Ты, блядь, сейчас завалит. На!
стоп, а где компьютер? Еще не понимаю, а где компьютер? Нихера не понять. Че он пишет-то, блядь? Подожди, что пишет? Компьютер для взлома находится в задней комнате. В задней комнате. Ну а где эта комната? Подорвать, что ли, попробовать? Только автоматы разбило. Прохода нет. Еще надо искать. Да вот тут выход-то будет, наверное. Что-то я пока нихера не нашел. Компьютер для взлома. Где этот компьютер? Надо смотреть. Тут может быть еще надо поглядеть. Вот, вот стоят гады. Хера они на первом. Ты, блядь, я сейчас сюда буду. Ну вот этот компьютер наверняка. Хера он не на первом находился. На втором этаже, на фойе. На втором этаже. Подходим, короче, к нему. Гате то рунвей опен, в общем. Ворота открыты. Ну и все, тут, в общем, больше делать-то нечего. Надо идти, открою через ворота. Опять же, налево, вниз, дальше направо. Сейчас все, на взлетку будем уже выходить. Там точку С начали взять. О, все, открылось. Что тут нихера не... Блять, там пидорасы. Падлы. Обязательно обстрелять надо. Вот аэродром. Я уже вижу борты самолетов. Сразу видишь, не выйдешь. Какая там налета? Нам налета не получится никакого. Автопогрузчик он там стоит. Да блять ты пизда, ну что делаешь-то? Аккуратней. Vamos, идиотас! Агарринлос! Пиши там наверху. Козёл летит. Смятка. Все, я беру. Come lick my shoes. Хера не пойму. Вот он, вот он, вот он. Ну все, точку С берем. Теперь уж конец не за горами. Уничтожайте все цели на взлетном задаче. Все, вышли на взлетку. О, какие здания интересные. Слушай, они из блоков их делали, гигантские здания. Нужно стыковать. По аэропорту лайнер пролетит, как по судьбам. Все, короче, вышли мы на взлетку. Тут надо пройти. Нет, что еще? 5 ящиков уничтожить, а где они? Я вот вижу 1, 2, 3, 4. Где 5-й? А и 5-й, да, вот в том здании. Ну все. В целом, короче говоря, идея понятна. А тут Боинги 737 и 747. 737-2 мотора, 737-3. Что получается стоит 737-й.
гигантский, но в него невозможно залезть. По аэропорту, лайнер пролетит, как посудовая, вот, блять, там этот едет. Херы, поехали. Он еще лайнер. Улетит с тобой реактивный. Слушай, надо туда на командную. А, нет, нет, подожди, подожди. Надо это говно подбить, что оно нахуй будет кататься там. Бессмысленное катание, его надо ликвидировать. Так, берем шавелку. Ты, блядь. Где она, где она? Сейчас, сейчас мы его вольнем. Ты пизда. Пизда, пиздатая. Готов. Все, все. Так, теперь что делаем? Надо рыскать, рыскать, рыскать. Рыскать и еще раз рыскать. Давай все-таки на башню-то поднимемся. Так, тут комп опять стоит. Ух ты, пизда. Он... Там надо кидать парализаторы, там тебя сразу завалят. Командная башня аэропорта. Тут, видишь, вот, блядь. Тут, конечно, намного проще, чем в городе, потому что пространство колоссал. Весит 64 метра. Блять. Ух ты, сука. Вонючка, он там наверху тело. Ну, сейчас все равно мы доделаем, что теперь-то понятно. Допрыгался. Допрыгал, вон автоматы коки. Видишь, какие гады, любят вкусное попить. Ты, блядь. Ты что делаешь-то? Давай. Так, давай, короче, кончай эту хуйню. 4 еще ящика. Надо обязательно руфануть, наверное, будет. Так, ничего, ничего интересного тут нет. Надо обязательно заруфить. Потому что оттуда, может быть, кого-нибудь да выглядим. Сейчас увидим. А так, в общем-то, цель тут карта этой понятная, что надо ящики. Сука, там кто такие? А вот он, вот он. Блять, до него не достать ногой. Ну где ты? Короче, до него не достать. Вон вид на аэропорт какой. Три самолета стоят лайнером. По аэропорту, по аэропорту. Лайнер проводит как посудбэм. У вагонетки электрокарами возить. I have eyes on enemy. Так. А вон ту гадину сейчас пойти ликвидировать. Что-то тут в ангарах еще это. Блять, опять эта сука. Вторая уже по счету. Тут что, надо ликвидировать ее.
Он там катается. Так. Сейчас. Пизда, блядь, её ещё хер поймаешь. Короче, там вот за этими досками гадина, так подожди. Да, обязательно снять её. Блять, она еще и ушла. Пойти ликвидировать что ли? Come lick my shoes. Enemy infantry spotted. Так, ну нормально все, короче. Получается направо самолет и налево взлет. Вон там Боинг 737 стоит. Тут 3 стоит 747. Там 2 737. Двухмоторный. Чтоб проще было опознавать, он специально их даже в разные цвета сделал. Там у тех Боингов только один ящик. Еще один вот в каком-то там. Вот может даже в том здании. Где-то в здании. Ну, надо идти, короче говоря. Ты тут тоже, разумеется, в анкарах. Ты, блядь! Пизда. Вот там надо, слушай, давай аккуратно. Короче, ну там, ну это два самолетных ангара, короче. Вот это два огромных ангара. Так, вон, смотри, кстати, погрузчик. Везет, смотри, сколько их ящиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать вагонеток, охуеть. АЖС-17. Теперь задача их всех снять. Пидораска. Благо, что точка недалеко. А, все. Тут 2737 стоит. В этом ангаре. Говно. Так, нормально. Стоп, а где здесь ящик? Ну идем. Вот ящик за самолетом. 737. Ту на ту 204 походу. Двухмотор. Тут 134 за стабилизаторами же моторы. На стабилизатор. Сейчас они что-то подвешивают исключительно на крыльях. Три ящичка. Вот эту слупку снял. Так, ну чё? Тут вот один в ангар зарубивает. Так, нормально. Отойди, отойди. Да стоп, 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 стоп. Хорошо. Так, везде эти вагонетки стоят. Не надо. Так, чистенько. Еще один. Тут, видишь, один заруливает в ангар, а второй
На вагонетке с грузом какими-то. Блять, отойди, отойди. Жалко, что этот самолет не заведешь. Будет прикольно полетать. Даже если примитивно было, то все равно прикольно. Ну чё, подрываем нахер? Самолет это зачем трогать? Ну да. Да, это на Ту-204 похож. Все, тут конец аэродрома. А этот 747-й на Ил-86 чем-то похож аэробус. И все, там конец карты. Там дальше пустыня. Сейчас возвращаться будем в северную часть аэродрома. Вообще прикольный такой вид. Наверное, дальше не пройти не будет, прозрачная стена будет. Да-да-да. А там дальше пустыни. Это интересно, что с карта с астероидами там такая же. Так что вот оно, аэродром. Впечатляющий его вид, как говорится. Круто. Круто, яро. Ну, короче говоря. Так, подожди. Теперь двигаемся. Ну ты что, сука, заебешься ходить-то пешочком. Ничего не сделать. Вот туда надо, в северную часть идти. Вот там, видишь, между... То ли между самолетами, то ли еще что находится. Ну, короче, идем. Сейчас все равно уже, конец-то, скоро будет близок. Практически конец уже очень близок. За 747-ми она стоит. Он огромный, у него три палубы. Ты какой-то у него странная прогиб носовой части. На советских такое не было. На тележке какие мощные. 4 тележки под крылом, охуеть. Угу. Вот там гадина. Заткнись. Ну, о, кстати, можно кататься даже на погрузчиках, да? О, угнали погрузчик. Прикольно. Вилами тебя, падла. Наконец-то. Наконец-то дали какую-то машинку хоть. Vamos, idiotas! Agárrenlos! Что там гадина стоит вообще против солнца? That guy's in sight! На погрузчике можно покататься. Бибикалка даже есть. Хрену хулиганы угнали погрузчик из циклы. Мотор у него сзади. Погрузчик — самая нелепая техника, какая тут есть. Фактически, какой хрен просто для смеха. Enemy infantry spotted. Дебил решил на погрузчике взлететь в космос. Это как какой-то, какие-то мудаки придумали станцию космическую сделать. Просто запустить, надуть нахуй. Так, ну-ка давай-ка.
так, немного покатался. Блядь, просто прикалом. Так, тут гадина, попробуем его сбить. Готов? Давай-ка. You killed my brother, Jabber, bastard! Maju, tak entar! Кто на этих уродов? Сука, где он? А теперь я откуда херачится? Вот не вижу. Корпус-то... А, вон. Корпус-то у него крепкий. Но даже руля нет, просто какие-то рычажки. Корпус-то у него вообще крепкий. Может, почему его и ввели для этой цели? Так, стоп. Ну, там конец опять этой взлетки. Теперь же надо к Боингам идти. Сейчас, давай доедем. Я думаю, дальше прохода нет. Ага. Видишь, какие-то прозрачные стены есть, которые никуда не ведут больше. Доезжаем вот сюда. Аппарат-то для погрузки не работает сам по себе. Ой, все, завалили тебя. Эхе-хе, ну-ка давай-ка. Ну давай, короче, туда идти. О, блядь, под этими ебучими Боингами не пройти. Сколько рулей у него. Блин, огромные пространства. Такс. Сказал Варвакс. Надо идти. И приближаться вот сюда. Смотри, кто там дохуя. Vamos, idiota! Загаринус! Ну и все, вот в этой выемке. Стоп. Awaiting your order. Все, снял его. Ну вот ящичек в последней выемке был. У 747-х Боингов. Все, один последний ящик остался. Так, ну тут конец. Конечно, прохода-то тут нет к троллейбусу. Мы можем посмотреть, но я думаю, там нет. Ага, прозрачно все. Так, ну что, идем, короче. Как бы терминал аэропорта как будто сделан. Прямо причаливает терминалом. Чтобы не ходить по аэродрому зазрем. Локатор вон крутит. Погрузчики стоят.
Ну так-то прикольно, и тут, конечно, вид спору нет. Ну что, теперь возьмем погрузчик, чтобы ускорить это действие в радиомотив. Погрузчик, к счастью, можно воровать погрузчик. Прикольно. И будем искать последний ящик. Самый последний ящик, да. Так, а где он у нас находится? Так, подожди, а находится он в том каком-то здании. Ну давай сейчас искать. Вот где-то здесь он должен быть. Блин, ну как туда попасть? А ну. А, тут пожар, слушай, она открылась. Давай, аккуратно. Пожарные службы аэропорта тут. Come lick my shoes! Пидор, ты заебал. Так, ну нормально. По аэропорту лайнер пролетел, как по судьбе. Кто-то где-то здесь. Короче, понятное дело, он где-то вот здесь находится. В правой части, вот где пожарки. А пожарку можно, интересно, брать? Вот тоже, наверное, можно. Ну, давай сейчас быстренько ящик найдем. Вон он, вон он. Яла, Эмсю! Джоуа! Ты пизда, подожди. Ты сука. Вот это, конечно, хуёво. Тут надо идти опять. Примерно 200 метров. Ну, идем к концу. Как бы здание на пандус поместили под ним. Сделали гараж для пожарных. Я ящик-то тут уже вижу. Последние гады, видимо. Пожарки недоступны. Пожарки недоступны. Только погрузчики доступны. Так, ну все, собственно, этот ящик. Последний ящик. Все, конец, короче, этой херни. Ну, понадобилось примерно тоже 2 часа на эту вот карту. Даже она не простая. Конец. Видишь, надо было ящики уничтожать в двух зонах. Джон набирает 1405 очков, 251 фраг. Карта В2 Вандерлюст закончилась. Страсть к путешествиям.